Вот так вот, прогулявши почти всю ночь, теперь вот валяемся, спим. Разбудил. Больше я уснуть как не смогла. Вот. Теперь лежу, любуюсь на этого спящего ангела. Доброе утро, мои дорогие. Что-то холодное, ветреное утро. Сейчас хочу вам показать. Вчера постирала куртку. Видите? Это Мася тут на ней. Ночью, видно, возлежал. Все изгадил. Я не могу. Я так расстраиваюсь вот из-за всего этого, что он творит каждый день. Я так расстраиваюсь. Ну, это просто, блин. Я про тебя говорю. Кому-то, может, это и смешно. Мне не до смеха, потому что каждый день пакости каждый день. И его ничему жизнь не учит. Просто. Видимо, ты дурак. Да, мяу. Ну, значит, так. Раз ты не понимаешь, как себя надо вести, значит, будешь жить, как все местные коты во дворе. А то я все жалею, жалею. Ты меня только не жалеешь нифига. Да. Тут люди в дом не пускают котов. Угу. Вон, целый сарай огромный. Ну что, ну хватит уже, в конце концов, разбитого телефона, битой посуды. Я уже не знаю, сколько, но... Да уже столько напакощено, все шторы рваные. Если он не понимает, как надо дома себя вести. Ну? Какой-то, блин, безмозглый, правда. Вот такие вот у нас ветра. Ну, а я сегодня прям, скажем так, на законном основании выезжаю. Какая у нас зимой наполняемость маршрутки. Конечно, они не хотят. Зачем им чаще, чтобы ездили? Но что это? Боже мой, господи. Вот это, конечно, лягушки в купальниках. Вот это я никак. Вот всякие вот люблю я, нравятся мне зверушечки, но лягухи в купальниках нет. Так, понастроили каких-то навесиков тут. Тут обычно торгуют же летом, наверное, для них. Вот что меня удивляет в людях. Вот магазины меняются. Дантист вот, да, открылся. А чтобы вот отремонтировать вот эту стенку рядом, да? Может быть, даже свою рекламу повесить. Но вот это-то убрать от 12 гривен. Милые, Украины уже сколько лет нету. А это так все и нарисовано.
Площадку детскую поставили. Лавочки прям приличные. Нормальные, кстати, лавочки. Не то, что сейчас любят очень в городах делать вот эти какие-то лавочки без спинок. На них же сидеть неудобно. Вот, прям приличные. Вот видите, как я редко бываю. Что тут уже и лавочки для колясок сделали. Мне говорят, что я море редко снимаю. Да оно сейчас такую погоду, такое свинцовое, некрасивое. Да и ветрище такое, выйди сейчас на берег. Вот так собиралась, опять забыла ногу пристегнуть. Теперь иду, крадусь, как черепаха. Вот что значит дома-то сидеть. Дорога тут такая кошмарная. Дядьки с папками. Какое-то, видать, руководство. Руками разводят. Что-то показывают. Уточки плавают, а что-то лебедей не видно. Не, они, может, и есть, может, на той стороне, где. А я решила, пойду, думаю, дойду. Давным-давно в Секонде тут не было. Я понимаю, что я тут не найду ничего интересного. Но у меня просто время есть, почта еще на обед закрыта. Схожу, полюбопытствую. Ну, сходила. Знаю, что тут никогда ничего не найдешь. Ну, вроде так, хоть сходить, что-то поглядеть. Я не знаю, где они берут вот это вот. Мало того, что фасоны просто, это, не знаю, 15 лет назад, наверное. И я-то, если попадается, я беру только новые вещи. Тут, ну, такое оно, такое заношенное, затертое, облезлое. Не знаю, кто это покупает. Ну, ладно, пойду на почту. О, пока я ходила, это урны, что ли? Урны, наверное. А почему они без дна? Вот уже урны ставят. А, туда, наверное, какое-то ведро будет вставляться. Эти урны. Ну ладно, хоть что-то делается. И то хорошо. Ой, что тут было 6 лет назад? Господи, вспомнить страшно. Ну что, мои хорошие? Ну, короче, я не рассчитала. Я забыла, что мне нужно оплатить. Новый год же начался. Нету совушков-то. Тепло, наверное, уже улетели, что ли. Вот, я забыла, что начался Новый год, и надо платить за ящик. Ну, а за абонентский. А с деньгами у меня сейчас туговато, поэтому я отправила пока Танюше в Инту. Вот. Девчонки, ну я отправлю. Сейчас деньгами разживусь как-нибудь и отправлю. Вот. И пришлось еще оплатить посылку в Кострому, которую я отправляла. А я даже что-то мягкое шарф, наверное. Вот. Ну, я не знаю, зачем человек дает адрес, которого не существует.
Издеваются, что ли? Я вот не знаю. Вот. И сестра мне еще прислала посылку. Не знаю, что она мне ничего не говорила. Ну, посмотрю. Домой приеду. Так. Жарко. Кот мне куртку-то легкую лапами своими грязными изгадил. Я делал пуховик. Ну, представляете? Когда ветер-то дует, ничего. А вот тут в городе такого ветра нет. Жарко. Ну и чего? Я вот это со зла решила его, значит, выгнать из дома. Ага. Он с этим никак не согласен. Прорывается с боем. Ай, скотинка маленькая. Ну, я-то тоже, я, знаете, со зла. Я отходчивая. Вон, смотрите, подснежников сколько. И тут тоже вон все что-то лезет из земли. Смотрите, о, я думала, у меня только, конечно. Вот. Синенькие ягодки. Сейчас поближе подойду. Сейчас пойду куплю опять хамсу. Не могу, так хочется. Ой, я так люблю соленое. Так, подойти, влезть прям. Ой, знаете, какие синенькие. Ну что, сейчас зайду в магазин. Да домой поеду. Я вернулась. Девочки, вот это вот, что это? Громова Алиса. Кострома, проезд Маяковского, дом 7. Что случилось, Алиса дорогая? Что не существует такого адреса? Как мы даем так адрес? Так, а что у меня тут? А вы думаете, я помню? Нет, девчонки. Что-то заворачивала. Сейчас посмотрим. Так, что ж тут? Угу. Угу. Девочки, это, по-моему, тоже был розыгрыш. Мне кажется, это был розыгрыш. Ну, видите? Путный магнитик положил. Ну, значит, так надо было. Так что, девочки, кому нравилось такое украшение, можете себе брать. Так, ладно. Теперь посылка от Марины, от сестры пришла. Богачество целое. И ведь даже мне не сказала. Единственное, вчера спрашивает, ты получила посылку? Ой, 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 ой. Господи, Марин, где-то всего этого набрала.
Ой, ладно, девчонки, давайте разбирать. Свет у меня, видите, тень падает. Так, тут что-то из бисера. Фенечка, фенечка какая-то. Ой, такие красивые бусины. А, обалдеть. Смотрите, какие. Ой, серьги можно сделать красивые. Да вообще. Ой-ой-ой. Тут всяких-всяких. Знаете, какие цвета-то прям. Господи, там еще чего-то. Ой, смотрите, какая подвесочка с кошачьим глазом. Ой, Марин. Ой, в общем, короче, тут и пайетки, в общем, всего-всего-всего, и всякие какие-то бусинки. Ой. Они мелкие, я не буду развязывать. Тут хорошенькие, красненькие такие. Блин, цвет плохой. Такие, господи, как они называются? Такие форма у них такая. Так. Так, тут тоже цветочками желтенькие. Тоже вот это вот. Такой интересный. Не знаю, это бисер, не бисер, как он называется. Ага. Сережка была. Ну, он какой коннектор. Еще внизу что-то можно подвесить. О, это дело нужное. Так, ну тут тоже бисер. Жемчуга. А, это тоже какая-то. Что-то было, брошка, что ли. Что-то было. Так, Масенька, подожди, пожалуйста. Я знаю, что ты всегда хочешь есть. Ну да, я вот сейчас сниму и покормлю тебя. Так, деревянные бусины крупные. Так, еще деревянные бусины. Так. Порванное украшенецо. Замочек какой хорошенький. Прям вот, да, для жемчужного как раз украшение. Ой, ну это мы переделаем, понятное дело. Чё? Что нам? Так, вот какие-то зеленые бусины с белой серединкой. Вот тоже деревянные. Марин, я надеюсь, ты это не покупала все. Не надо, не трать деньги. Нет, спасибо тебе огромное, конечно, но
Я просто это. Ой, никак. Я никак не развяжу. Так, а тут что? Ну, это тоже всякие. Тоже всякие деревянные. Вот такие, такие. Ну, да, вот они. Ну что ж, вот надо мне свет было сделать нормальный. Ну, вот я же говорю, росомаха. Такая. Потому что тороплюсь, мне хочется вот прям похвалиться. Ой, какие бусины. Бусы какие интересные. Ой, слушайте, я вообще первый раз такие вижу. Ничего себе. Вы видите, у них нет отверстия, наверное. Они просто ниткой в эту ложбиночку. Представляете? Вот это да. Это, наверное, какой-то винтаж. Потому что это камень. Ой, они вон и отколотые тут. Маришка, где ж ты такие взяла? Обалдеть, какие интересные. Ни разу не встречались. Ну, конечно, у них, видимо, перетерлась ниточка-то. Слушайте, девчонки, интересные, какие бусины-то, правда. Ой-ой-ой-ой-ой. Это камень. Они холодные, тяжелые прям. Ну, и стук такой характерный. Ух ты! Ой, сколько их! Обалдеть. Так, ну ладно, я у нее узнаю, что это за бусины. Откуда они у нее? Это явно были не бусы, это было что-то другое. О-хо. Целые. Ну, я из них, конечно, что-то сделаю. Ну, это вообще такие интересные. Так, баночки. Так. Какая-то баночка интересная. Так, тут у нас что? Угу. Это тоже остатки, видно, от украшения, что ли, как от разных. Очень хорошо колпачки вот эти есть. Вот. Ой, Марин, спасибо тебе огромное. Так. Вот такие коричневые бусины. Вот такие. Ну и тут. А тут всякие жемчуга. Хороший такой цвет. Мне нравятся вот такие цвета. Ой! Укатилась. Ну, прям да. Прям. Такие цвета-то прям интересные. Так, сейчас я вот этот все-таки пакетик развяжу и вам покажу. А я купила хамсы, поставила сразу картошку варить прям в мундире, потому что мне ж не терпелось. Мне ж надо. Ну, вот тут всякие, ну, это пластик, но пригодится ж куда-нибудь-то, правда? Вот. Что, не дождался? Когда я тебя кормить буду, пришел, залез на стул сзади. Спасибо, Марин. Спасибо, моя дорогая. Прям порадовала. Ой, ну что ж ты мне напиши, что это, а? Что это такое? Что это было?
такое интересное. Спасибо тебе большое. А вам, девочки, спасибо, кто посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Вот еще 30 человек, и будет тоже розыгрыш. Пока-пока, мои дорогие.